На работу в Германию немецкие политики согласовали концепцию законопроекта о трудовой миграции. Ожидается, что он вступит в силу в следующем году и откроет рынок труда для специалистов из так называемых третьих стран. Продолжит Татьяна Лагунова. Этот законопроект уже называют революционным. Германия, по сути, собирается открыть свой трудовой рынок для специалистов из стран, которые не входят в Евросоюз. Документ еще должны одобрить правительство и парламент, но ключевые пункты нового закона уже согласованы и обнародованы. Германия приглашает не только высококвалифицированные кадры, но и специалистов с профессиональным образованием. На работу смогут приехать все, от айтишников до поваров. Причем для этого не нужно будет предъявлять трудовой контракт. Претенденты на трудоустройство смогут запросить специальную визу, приехать в Германию и полгода уже на месте искать работу. Важный пункт этого законопроекта – разрешение на въезд в Германию для поиска работы. Раньше это правило действовало только для выпускников высших учебных заведений. В будущем мы распространим его и на квалифицированных специалистов с профессиональным образованием. Чтобы воспользоваться новыми правилами, нужно будет подтвердить свою квалификацию и знания немецкого языка и самостоятельно обеспечивать проживание в Германии во время поиска работы. На социальные выплаты, так называемые трудовые эмигранты, претендовать не смогут. Этот пункт четко прописан в законопроекте. Мы четко оговорили, что отказываемся от так называемой иммиграции в социальную систему. Поэтому перед въездом в страну нужно будет доказать, что у претендента достаточно средств для существования. Легче будет остаться в Германии тем, кто приехал в страну в поисках убежища, но не получил статус беженца. Если такой человек выучил немецкий, нашел работу и сам себя обеспечивает, его депортация будет как минимум отсрочена. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности. Немецкое бюро телеканала «Интер».